Всего одним кликом люберчане могут включить свой двор в программу комплексного благоустройства. На портале «Добродел» стартовало голосование за придомовые территории, которые пора облагородить. По его итогам будет сформирован список адресов, которые попадут в план благоустройства на 2019 год. На Доброделе сформирован список из 372 дворов Люберец. Проголосовать за один из них могут пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг или прошедшие упрощенную регистрацию через электронную почту. В этом списке своих адресов не найдут жители домов, введенных в эксплуатацию после 2013 года, и те, чьи дома планируют расселить в ближайшие 7 лет. Дворы, которые были благоустроены с 2015 по 2018 годы, также не примут участие в голосовании. После подведения итогов опроса будет сформирован адресный перечень придомовых территорий, которые должны быть облагорожены в 2019 году. С их жителями обсудят, какими они хотят видеть свои дворы. Их пожелания будут документально зафиксированы и внесены в проект благоустройства. Дарья Борисова, телеканал ЛРТ. Меня зовут Александра Томей. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.